Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе обсудили глава Приморского края Андрей Тарасенко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Говорили о темпах, которыми государственные средства доходят до аграриев, и льготное кредитование. В прошлом году Приморский край стал лидером по росту производства сельхозпродукции и занял 3-е место среди субъектов Российской Федерации. Таких показателей удалось достичь благодаря увеличению производства сои и кукурузы, поддержке сельхозпроизводителей. Глава региона Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт. В этом году наши аграрии планируют собрать 500 тысяч тонн овощей и картофеля, почти 400 тысяч тонн сои. Как добыть весь урожай вовремя, власти и сельхозпроизводители обсуждают уже сейчас. В 2018-м в Приморье на поддержку сельхозпроизводителей выделят почти 3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей. На встрече глава региона Андрей Тарасенко и министр сельского хозяйства говорили о том, что приморские земли сельскохозяйственного назначения, которые не используются, надо вводить в оборот, также поддерживать растениеводство и животноводство в крае. К нам идут инвесторы, то есть готовы по крупному рогатому скоту прийти, где-то на 80 миллиардов. По индюшатине мы договорились с Патрушевым, хозяйство у нас по рисовым полям. То есть у нас перетекает плавно из Краснодара, центральной части России и Кубани. Все идут инвесторы к нам, готовы использовать наши площади. И главное, что у нас есть быт.